каждый из наших участников может похвастаться таким фактом своей биографии. Да, были покорены все музыкальные чаты всего мира. От Австралии до Японии покорился даже Билборд, откуда были подвинуты Кэти Перри и сама Мадонна. Говорят, Мадонна планировала взять девочек на разогрев, но побоялась. Уж больно они были популярны. Да, эти песни любил весь мир, под них танцевал весь мир. И сейчас потанцуем и мы. Солистка группы «Тату» Лена Катина. Поехали! Еще погромче и подружнее.